Ваше Королевское Высочество, разрешите приветствовать вас в Балтийском государственном техническом университете военмех имени Дмитрия Федоровича Устинова. Открывая встречу со студентами и профессорами нашего университета, прежде всего мне хочется поблагодарить Ваше Высочество за то, что вы нашли возможность в ходе плотного графика официального визита в нашу страну уделить время такому важному аспекту российско-норвежского сотрудничества, как совместные образовательные проекты. Your Royal Highness, allow me to welcome you in the Baltic State Technical University of Военмех, named after Устинов. We open this meeting with students and professors of our university. First of all, I would like to thank Your Highness for the generosity of sharing your time with us during the busy schedule of your official visit to our country, and to devote this time to one of the very important aspects of Russian-Norwegian cooperation, the joint educational programs. Наш проект с университетом Нурланд существует уже почти 23 года. И он не просто существует в изначальном варианте, но и постоянно развивается, приобретая те формы, которые являются наиболее актуальными для своего времени. Our project with the University of Nordland has existed for almost 23 years already. And it doesn't just exist in the original version, but it has been constantly evolving, acquiring the forms that are most adequate for the time. Когда экономика России переходила на новые рельсы, рыночные отношения, университет открыл экономико-управленческие направления подготовки кадров. И именно к этому времени относятся наши первые творческие контакты и обсуждение долгосрочных перспектив сотрудничества. When Russia's economy switched to new market relations, the university opened economic and managerial training. And that was the time of our first professional contacts and the period of visualizing long-term cooperation. На этом пути было много сложностей, обусловленных объективными факторами. Это и разница в образовательных системах и подходах к преподаванию. Это и языковой барьер, который, впрочем, не полностью преодолен и сегодня. Это разные научные школы и традиции, и, соответственно, разные учебные планы. Along the way toward joint programs, there were many difficulties caused by objective reasons. Among them, there were differences in educational systems and approaches to teaching, and the language barrier, which, however, is not completely overcome today. Different scientific schools and traditions, and therefore different curricula, also added into the system disbalance. Но с другой стороны, было огромное желание работать, сотрудничать, интегрироваться в мировое образовательное сообщество, отвечая потребностям подготовки специалистов новой формации. But on the other hand, there existed a great desire to work, to cooperate, to integrate ourselves into the global education community, responding to the needs of new mission. Большое значение в развитии совместных образовательных программ имеет активная поддержка на уровне правительств обеих стран, и России, и Норвегии. Мы соседи, и значит заинтересованы в дружбе и сотрудничестве, в совместном бизнесе и взаимопонимании. Именно таких выпускников готовят по нашим российско-норвежским образовательным программам. Of great importance for the development of joint educational programs has always been the active support from the government of both countries, Russia and Norway. We are neighbors, and therefore we are interested in friendship, cooperation, in the joint businesses and mutual understanding. There should be respect toward each other culture. And such is the attitude for graduates that are prepared by our Russian-Norwegian education programs. Сегодня суммарно по всем совместным программам военмех Норланд подготовлено более 2000 специалистов, бакалавров,
менеджеров, магистров, слушателей программ MBA, которые руководят или входят в состав руководящих органов многих международных, норвежских и российских компаний. Today, the total amount of the graduates from all our joint program between Baltic State Technical University and Nordland University in Norway is more than 2,000. Among them, there are bachelors, masters, MBA students, PhD scholars. Many of them run their own businesses. Many of them are members of directing bodies of very large international Norwegian or Russian companies. Визит вашего высочества совпал с нашим днем рождения нашего университета. Нам сегодня 82 года. The visit to our university, your visit to our university coincided with the birthday of our institute. Today we are turning 82 years. Еще раз благодарю вас. Еще раз благодарю вас, ваше высочество, за оказанную нам честь и надеюсь, что и в дальнейшем наши творческие связи будут развиваться и крепнуть. В память о вашем визите в наш университет разрешите подарить вам сувенир с символикой нашего университета. Once again, thank you, your Royal Highness, for the honor of hosting you in Baltic State Technical University. I really do hope that our ties will continue to develop and grow stronger and stronger. For the memory of our meeting, let me give you, you know, a small souvenir, just to remind you, you know, with the time being, about this meeting and about your being in our university. This is a symbol of our place.